Так, всем добрый день. У нас замена стиральной машины. Устанавливаем Scandilux 4-килограммовая. Небольшая стиральная машинка, в принципе, простая. По качеству сборки мне эти машинки нравятся. Турция, пластик на них такой как бы неплохой. Но опять же, из бюджетного сегмента в целом машинка неплохая. Меняем здесь канди. Коммуникации все уже готовы. Тут после ремонта мы вводили. Краник стоит. Единственное, что поставлю сюда клапан, так как здесь поставили через манжет. Манжет еще, ну, неправильно стоит, поэтому уберем, поставим клапан как положено, чтобы это было качественно. Так, вот что мы имеем при установке данного клапана. Ну, во-первых, это эстетично, во-вторых, практично. Первым делом, когда человек убирался здесь, он говорит, почему так пахнет канализацией. Ну вот, при установке такого клапана уже никакого, естественно, запаха быть не может. Там плесень в машинке, поэтому лучше изначально на новую там, или на любую другую установить такой клапан, и пусть он будет. Единственное, труба выведена чуть-чуть неровно, за этим тоже стоит следить, но это уже, наверное, больше как сантехнику. Немножко вот он стоит, отпирая от стены, вот так косо, если был бы ровно, ну, сантиметр где-то теряется, ну, не больше, чем изгиб шланга все-таки. Ну, все примерно плюс-минус будет выглядеть так же. Здесь у нас три разных диаметра, 17, 19, 22. Вот турецкую еще, с которой будем, у них вообще 23, поэтому срезаем эти ненужные. Здесь приходится там под турецкую чуть там подмотать льняные фум-ленты и затянуть хомутом, нормально держится. Так, в принципе, все. Отдельно будет видео по установке, по машинке, потом, когда закончу монтаж. А так вот должны выглядеть коммуникации для подключения стиральной машины.